Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, ребятки, всем привет! Сегодня нам на видео показали три телефончика, новинки от Apple. Не знаю, где они их, блин, берут и кто им их дает их снимать, но все же нам показали Apple iPhone 7, Apple iPhone 7 Plus и iPhone 7 Pro. Так, в последнее время в сети появилось все больше рендеров и снимков iPhone 7, подогревающих интерес публики к грядущему поколению яблочных флагманов. На днях три модели iPhone 7 засветились на видео. Стоит отметить, что это не полноценные смартфоны, а лишь макеты, которые позволяют понять, как же все-таки будут выглядеть базовые iPhone 7, увеличенный iPhone 7 Plus и прокачанный iPhone 7 Pro с двойной камерой. На данный момент пока еще рано делать какие-то однозначные выводы. Выпустит ли Apple все три версии или все это не более чем слухи, пока неизвестно. К примеру, iPhone 7 Pro может так и не добраться до прилавков из-за сложностей, связанных с двойной камерой. Так или иначе, мы совершенно точно увидим, по крайней мере, две модели 7-го iPhone уже в сентябре. Будут ли они похожи на те макеты, что засветились на видео и снимках? Покажет только время, так что посмотрим. А пока.